Тимирцы почтили память учителя математики, поэта, композитора Шары Ергалиевой. В торжественном мероприятии приняли участие аким района Саламат Аманбаев, а также коллеги и ученики педагога. Отметим, что Шара Ергалиева с детства занималась сочинением стихов. В 1976 году окончила математический факультет Актюбинского педагогического института и вернулась работать в родные края. Была учителем математики в Абайской средней школе. С 1987 года по 2001 работала учителем математики в Шубаркудукской школе номер 1. На пенсию вышла в том же учебном заведении. В 2007 году получила звание «Человек года Тимирского района». В 2010 году – медаль Елены Енбегеушин. В 2011 году вышел ее авторский сборник стихов. В августе 2019 года Шара Ергалиева стала обладательницей медали «Ата-Ана-Данка».